Всем привет, с вами Фил, и сегодня я хочу перевести для вас Community Update 27. Итак, смотрим. И первое, о чем нам хотят поведать, это немного искусства. То, что вы сейчас видите, это больше, чем фан-картинка. В данном случае, это идея моста, ведущего на остров Раст. Это довольно хороший концепт. Это структура, которую игроки могут использовать в игре в качестве платформы для сражений, или защищать, а возможно даже что-то построить на нем. Также это рассказывает историю. Как вы можете видеть, мост существовал в море, создавая более глубокую тайну о появлении в Расте, только путем размещения его определенным образом на пляже. Один из разработчиков ответил на это художественное произведение с интересным предложением. Тем не менее, с использованием тяжелых взрывчатых веществ, которые должны требовать тонну совместной работы, или с помощью системы погоды, где достаточно тяжело будет стираться структурная целостность, мост в конечном итоге рухнет. После разрушения мост превратится в руины, хотя выступы будут созданы из обломков и постоянных опор, что позволит меньшим основаниям быть построенными. Второе. Водная пристань. В соответствии с морской тематикой, один человек на Reddit провел несколько дней, работая над этим портом, двухдневной сборки, и начал он то с моста, то с замка, но небольшая ошибка изменила планы строительства. Вместо этого он в конечном итоге выработал порт в комплекте со статическими судами и аккуратными штрихами в виде печей, расположенных только на камне, чтобы предотвратить пожары. Из-за массивной структуры этой постройки, даже на самых низких настройках графики, компьютер этого человека выдавал только 8 кадров в секунду. Он страдал за свое искусство. На самом деле, он сделал это на сервере, который находится в модд-списке, где не нужно беспокоиться о количестве ресурсов. Это хорошее место, чтобы воплощать подобные идеи. Третье. Мир в Rust. С добавлением C4 обратно в Rust, идея мира и спокойствия на серверах скоро будет далеким отголоском памяти. Вы можете посмотреть видео, которое разработчики приложили в этом пункте у себя на сайте, и расценивать его как Rust, которого больше не существует. Он сделал это видео, ни разу не получив череп. Поистине, это был прошлый век, подобного которому мы никогда не увидим снова. Четвертое – это вершина мира. Приключения – основная часть Раста, даже если это делает выживание жестче. Поэтому почти все, что вы видите, доступно. Путешествие куда-то – это прекрасно. И нет ничего более очевидного на Раст-сервере, чем самая большая гора, чтобы все с нее видеть. На сайте к этой статье также приложен видеоролик, который был снят с якобы самой высокой точки. Пятое. Пещера. Гордость. Создатель гордится своей пещерой, потому что он сделал об этом статью, и он уверен, что вы этого не повторите. Как по мне, так пещера сделана и вправду очень красиво и точно, и вообще как дом она смотрится очень уютно. И это не просто дом в пещере, а именно использовано все пространство в ней. Шестое. Жизнь сервера. RustWiki должен документировать события, которые формируют сервер действиями игроков, постоянными дополнениями к знаниям сервера. Это то, что автор писал о сервере Rust, про фракции, и это было хорошо, чтобы исследовать жизнь сервера. И в конце, как всегда, обратная связь с разработчиками. Если у вас есть интересные работы или идеи, относящиеся к Rust'у, то пишите о них, и, возможно, это когда-то войдет в обновление. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Играйте в Rust. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новости любимой игры. Всем удачи! Пока!